Вступайте в мой Discord сервер, а также в мою беседу ВКонтакте. Все ссылки находятся в описании. Всем подписчикам хай, остальным соболезную. Сегодня снова с вами я, Greenland, и сегодня поиграю на таком сервере, как Crystalix, в режим рыболова. Так, что же это вообще за режим? Ну, в общем, тут нам нужно будет ловить рыбку. Также прокачивать свою удочку, свои сети, покупать корабли, лодки и снасти. Ну, в общем, и так далее. Так, давайте зайдем и посмотрим нашу менюшечку. Так, первое у нас это продать рыбу. Рыбу, которую мы можем ловить в любой речке. Дальше у нас есть локации. Всего тут вот столько вот локаций. Мне доступны всего лишь две локации, потому что я прокачался только до 53 уровня. Следующая локация будет с 60 аж уровня. Потом с 210 и так далее. Следующее, это у нас улучшить удочку. Первое, это у нас улучшить леску, потом улучшить саму удочку и покупать крючки. Крючки очень дорого стоят, я купил крючок за 1000. Ну, в общем, чем лучше у нас крючок, тем лучше у нас рыба, можно сказать, ловится. Так, что у нас следующее? Открытые рыбы, это рыбы, которые я ловил. Все рыбы, которые я ловил на этом сервере. Ставлю еще какую-то новую, мне она тут разблокируется. Следующее у нас это сети. Чтобы купить одну сеть, нам нужно 25к. Куплено 0 из 10. Также тут есть лодки. Стоит одна лодка 800к. И также корабли. Один корабль стоит 1 миллион, вроде бы. Кака. Ну да, 1 миллион. Дальше у нас можно подключить радио, донат и питомцы. Что же это за питомцы? На спауне мы видим вот такое яйца за монеты. Нажимаем правой кнопкой мыши, и вот видим, мы можем открыть их. Например, у нас есть тут стоимость 2000 монет, 5000 монет и так далее. До 1 миллиона монет. Эти нам питомцы дают бустер к уровню. У меня так как 3000 монет, я могу открыть яйцо за 2 косаря. Ну, я не знаю, давайте попробуем открыть одно яйцо. Нажмите левой кнопкой мыши, чтобы открыть яйцо. Нажимаем, и у нас вот крутится вот такая вот рулеточка. И сейчас посмотрим, что нам выпадет. Ждем. Ага, мне выпал пес. Редкость обычная. Бустер скорости 1, бустер монет 1. Так, давайте заходим в менюшку, заходим в питомцы. И нажмите, чтобы настроить. У нас мы его активируем, своего питомца. Вот у нас сверху вот такой вот питомец будет. Также давайте еще раз нажмем на питомца и посмотрим, что тут. Покормить питомца. Уровень 0. 0% нажмите, чтобы покормить питомца. Ага, мы можем его кормить с помощью рыбки. Окей. Продать питомца, стоимость 50. Окей. Также что это настройки? Зайдем. А, ну это все за донат. Окей, давайте зайдем в главную менюшку. Так, давайте попробуем словить рыбку только на моей локации, чтобы нам давали больше денежек. У меня локация водопад, у меня, кстати, там тоже есть яйца, но они стоят очень бешеных денег. Это еще дороже, чем на спавне. Даже давайте пойдем посмотрим, что там у нас вообще за яйца. Так, уже почти добежали, тут яйцо опять же за кристаллы и яйцо за монеты. За кристаллы мы смотреть не будем, это донат. За монеты, да, тут 5 миллионов из 10 миллионов, окей. Так, ну давайте словим одну рыбку и посмотрим, сколько нам за нее дадут денежек. Или же покормим вообще питомца. У нас рыба ловится очень быстро, особенно если мы прокачаем питомца, то со скоростью она нам будет ловиться еще быстрее. Так, мы словили жерех какого-то, первого уровня, массой 112 грамм. Так, давайте зайдем в менюшку и попробуем покормить нашего питомца. Зайдем к псу нашему. А, бустер монет 0.01. Бустер скорости 0.01. Окей. Так, зайдем и нажмем покормить. Ага. Уровень 0, процентов 36. Окей. Что нам это дало? Ага, нам, наверное, скорее всего, нужно прокачать ему уровень, и тогда нам будут давать еще, наверное, больше бустер денег и бустер скорости. Но это, скорее всего, не точно. Давайте попробуем наловить рыбку и прокачать ему хотя бы первый уровень, и посмотрим, что вообще изменится. Так, ребят, я ставил три рыбки, давайте же покормим нашего песика. Так, нажимаем опять же питомцы, пес, ну и покормить. Ага,
Он у нас аж 5 уровня стал, офигеть. Вот это я словил, наверное, неплохие очень рыбки. Да, и нам дали бустер монет 0.06 и бустер скорости 0.06. Ну, в общем, это очень годно. Этот режим, в принципе, подходит тем, кто не любит такие очень какие-нибудь замесы, такие прям очень жестко пвп-хаться, для тех людей, кто любит просто прокачивать свои уровни и прокачиваться. В общем, ребят, всем спасибо, кто смотрел, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте, подписываться на мое сообщество ВКонтакте, заходить в мой Discord-сервер, я там часто общаюсь со своими подписчиками. В общем, ребят, всем удачи и не забывайте писать комментарии.